Здрасте, дорогие друзья, с вами снова Кассида Миссон Чёрли, и мы продолжаем проходить потрясающий город Оазис Лендинг. И если вы помните, в прошлой серии мы решили поехать к нашим потомкам со стороны Оливии, но, к сожалению, мы опять поцеловались с открытой дверью. Это безобразие, они опять куда-то делись. Ну и что, что? В общем, мы не расстроились и пошли по своим делам. Так, значит, мама посетила опять галерею. Ну что ж, посмотрим, что тут можно сделать. Что это вообще такое за галерея? Запросить новый объект. Что это такое? Смотрите, какие классные плакаты, реклама. А, она меняется. Смотрите, сменная рекламка, хорошо. Так, посмотрим, что мы тут можем сделать. А то у нас тогда не удалось изучить. Ой, эти стены. Купить 45 тысяч. Нет, это для нас явный перебор. Всегда отличался агрессивными алгоритмами, запрограммированными в процессоре, подеритесь в симулированных боях в легком весе. Это что-то новое. Состязание плюмботов — главное развлечение в Оазисе приземления. Также на арене проходят занятия и тренировки. Плюмботы могут начать участие в состязаниях с начального уровня, без каких-либо микросхем. Участники соревнований получают награду, денежные призы. Ну, не без этого. Награды — восхищение толпы. Когда уж плюмбот состязается, его потребности снижаются, поэтому вступать в состязание лучше, когда все потребности удовлетворены. Ну, здорово. Бедолог, конечно. Пока ваш плюмбот состязается, вы задаете темп. Ага, понятно, в общем, как скачки, да. В течение состязания задавайте свой собственный темп, чтобы дать своему плюмботу отдохнуть или дать ему бордом. В общем, это все понятно. Тише едешь, понятно. Ну, как бы, эти уровень, да, ва-банк. Ну, как это, мы всегда на риск идем. Для участия в состязании на высоких уровнях, таких как для продвинутых или международных, необходима микросхема обучения без границ, а также определенный уровень навыка в зависимости от типа состязаний. Для участия в состязании боевых ботов требуется спортивный навык, а в состязаниях по ботостроению – навык ботостроения, а в состязаниях эмоциональности – харизма. Кстати говоря, мы как раз ему прокачивали харизму. Ну, нет, давайте все-таки он, правда, будет боевым ботом. А вот ей мы прокачаем потом харизму. Шансы плюмбота на победу увеличиваются, если все их потребности выполнены и использованы соответствующие микросхемы. Ёшки-матрёшки. Например, микросхема «Лучше всех» дает плюмботам дополнительные преимущества во всех состязаниях. А плюмбот с микросхемой «Симуляция эмоций» преуспевает состязание в эмоциональности. Профессиональная настройка также является преимуществом, поэтому познакомимся с каким-нибудь механизмом на арене. Как все запущено. Обалдеть. Так, еще раз запросим новый объект. Что за принять смс-ку? Ничего не знаю. Что такое? Вещинка, которая устраивает. Понятно, будет приглашение, Анжела встретится через 1 час. О, господи. Что, уже все? Я не хочу, правда. Я не хочу сейчас топать на вечеринку. Ну ладно, можно прийти и уйти. Так обычно делаем. Давай запросим новый объект. Подождите, получается, машина сменяется. Думаю, только цвет меняется. Вау. 71 тысяча. Подождите, это что он? Получается, шестиместный. Да ладно, в Ковике появились машины, где можно, могут все поместиться. Помимо лимузина, который вообще не продается. Давай еще. Ну что, нравится тебе эта машина? Мне нравится. Вот она такая семейная, прям. Прыгдунный, праздновый склонный, посещает тренировки. Здорово. Оливия улучшает навык передовых технологий. Супер. Варианты будущего. Ну что ж, придется тебе отказать в этом, мой милый друг. Хотя бы перед двумя персонажами. Нет. Мы отделились, все. А, нет, он считает, что он с ней. Даже удивительно, почему. Подождите, мы уже все? Тише едешь? Рискуем. Возможно, задаться за ней более высокое. Нет. Давайте ва-банк. Я плюмбот. Ипсилон. Франкенбот.
Кажется, минус 40. Что-то меня держает смутное сомнение, что даже ва-банк. У нас зарядка аккумулятора плохая, конечно. Останетесь прибыли? Дал мне деньги, не жалко. Мы поднимемся выше пятерки. Чу-чу-чу, чу-чу-чу. Легкий вес. Если рискуем, выберем. Ну, понятно, вообще упали. Ладно, пусть ва-банк будет. Будем просто тебя потом прокачивать. В следующий раз повезет. Ну, чё, смертельно, что ли? Первый раз наш. Первый, он такой самый первый. Ну, отлично, вот у нас еще одна машинка появилась. Здорово. А здесь можно кого-то возить, нет? Просто интересно. Так, значит, оно двухместное. То есть, да, никого, никто там сзади не сядет. Да, никто не сядет. Только, знаете, зелененькое, классное. Посмотрим, куда пойдем. В отдел нас больше интересует, конечно же, одежды. Что мы с вами поменяем, а? Да, кстати, одежда поменялась. Купить сюда на заказ одежду. Давайте посмотрим, что такое выставить витрину. Одежду на витрину. Допустим, ночное белье. А, подождите, подождите. Это е... А, мне показалось, как японский немножко стиль. Это молодая, там для стариков, да, была? Угу. Давайте посмотрим, как это работает. Вот что-то на примере. Хотя нет, давайте не белье все-таки. Или белье. Просто белья меньше. Блин. Ну ладно, давайте ночное белье. Так уж и быть, давайте на этом остановимся. В этом же нет ничего плохого, если я выставлю ночное белье в конце-то концов. Давайте посмотрим, как это работает. И где наше тело? Скажите, а нету тела, все. Ладно, давайте спорт. А, вот. А, это ночной был, понятно. То есть сами мы еще сделать ничего не можем. Вот оно что. То есть это мы просто можем просмотреть. Понятно, тут а-ля как позе, знаете, такой. Здесь садишься, тебе приносят одежду, ты идешь, меряешь. Ну, как в обычных бутиках. В общем, понятно. В общем, вот спортивная одежда будущего. Мы можем купить сшитую на заказ одежду. Итак, дорогие друзья, я сейчас скажу маленькую пометочку. Сейчас, пока играю на паузе, я хотела бы вам сообщить, что на этом кусочке закончилось предыдущее сохранение, в смысле запись. Вот, и поэтому сейчас я установила все возрасты. Это здорово, честно говоря, вот, учитывая, что сейчас в оригине распродажи, я этим, конечно же, воспользовалась. Сейчас осталось еще чуть-чуть докупить, и все, и вся коллекция у меня будет наконец-то. Вот, поэтому, ну что ж, мы с вами продолжаем дальше рассматривать товары. Так, что же мы можем здесь сделать? Значит, я уже купить витрину? Выставить, допустим, так, это мы делали, давайте официальное попробуем. Я помню, у нас здесь стоял старичок, да, пожилой человек. И почему появилась женщина, до сих пор понять не могу. Я думаю, будет пожилой мужчина в нижнем белье. Ну, как бы, вот. Она позу поменяла. Обалдеть. Одежда. У нас поменяется одежда? Куда-то пошла. Что-то она не захотела поменяться. А, нет, вот-вот, поменялась, правильно. У меня еще игра так не загрузилась капитально. Ну что, здорово. А, кстати, это платье, да? Правильно. А выглядит как будто бы как костюм. Ну, здоровское платье, конечно. Ой-ой-ой-ой. А ты куда пошла? А, решила сделать купальный костюм. А, ну, единственное, вот, единственное, у Анжелы уже мечта жизни исполнена, поэтому не получится, конечно, сделать ее законодателем мод. По-моему, есть такое желание, в общем, если я врать не буду, я уже не помню. Я просматривала, кстати, желания, которые вообще появились в будущем. Ой, смотрите, мужик появился. Ну, давайте с ним поговорим, произведем впечатление.
Значит, я смотрю, сделать мы ничего особо здесь не можем. То есть мы можем, в принципе... А, вот-вот появился костюм. О, боже ты мой. Обалдеть. Кстати, интересная задумка сделать вот такой рисунок. Здорово, правда, смотрится так. Свяжу. На попе такие соты прям. Ёшки-матрёшки. Вот такая вот она у нас коммуникабельная. Что с этим поделаешь? Вот и все, пожалуйста. Да, она, девочка должна быть скоро дома. Через час, да? А у нас через час... Чего у нас? У нас... Вот, они установила все возрасты. Господи, я так рада. До скольки? До скольки же? Сейчас. У них, кстати, желания были. Он хочет перед 10 сыграть. Нет, подожди. Эпохи Возрождения. Мне посоветовали вроде бы взять тот, который я удалила. Сон о незнакомцах. Господи, ребенок, зачем тебе это? О, это хорошее желание, я считаю. Прочесть надпись на статуе икона стиля. Ну, это тебе точно не нужно. Ну что, я боюсь, что она сейчас это... Заметут нашего ребенка. Ну ладно, так уж и быть. Пусть она это... поедет домой сейчас, значит, наши молодые. Ну что ж, мы будем с вами развлекаться. Может, жертву, может, какую-нибудь найдем с вами, нет? Чтобы закидать... Закидать яйцами. Распустить компанию. Да, давайте распустим компанию. Все, поиграл уже. Все должно быть у нас замечательно. О, по-моему, ты больше сам себя веселил. О, господи. Только что закончила. Так, напомню, наши родители обучением без границ. Кстати, это хорошее желание. Пупс прекрасный. Да, купить пломбота нам нафиг не нужно. Ты дома. Значит, батя, ты где? Нет, тебе не нужен лабораторный стол. Я, кстати, забыла, что у меня родители просто-напросто разбрелись тут по всем местам. Давай экскурсию. И люди в режиме робота. Люди в режиме робота? Господи, это как вообще? А, ну да, у нас же желание, у нас поприветствовать потомка. Да, я все забываю. Господи, где вы? Ёшки-матрешки. Виржини отсутствует. Нет, что хотят написать в парке. А хотя, что я туплю-то, господи, я же их приглашу сейчас. Вот, допустим, тебя. Давай пригласим тебя куда-нибудь. А то так 100 лет пройдет, пока они кого-нибудь из предков найдет. говорю, просто рифмы. О, давайте сюда, кстати. Как раз рядышком. А хотя он уже читал эту надпись, правда? Какие шалости-то можем? Господи, я уже 100 лет не играла и не помню, что там можно во всех возрастах. Пум-пам-шоу, нам это нужно. Я даже не знаю. Давайте попробуем вообще что-нибудь такое. Почему бы и нет, раз ребенок тем мой бедный. Бедный ребенок. В общем, мама развлекается, ей нормально. Ёшки-матрешки. А что у нас с нашим аккумулятором? А, нет, смотрите, все норм, все норм, все это отлично. Выиграть соревнование плюмботов. Так, мне нужно немножко вправить мозги, чтобы понять вообще, что тут... Пум-пум-пум. Что тут вообще можно делать с пломботами? Услуги для тренировки ботов. То есть, что мы должны? Мы, по идее, мы должны вставить микросхему. Чтобы вставить микросхему, мы должны ее создать. И значит, у нас должен быть уровень. Соответственно, чтобы уровень, нужно дальше батю прокачивать. Батя Селяви. Ну ладно, мы будем сейчас продолжать играть батей, потому как... давайте выполним это задание, чтобы она у нас... О, отлично. Чтобы она у нас не висела таким грузом. Что? Что? Роско Гутенберг? Анжели? Подождите, а кто там Роско Гутенберг? Мне прям интересно. Что? Подождите, это что за бред? У меня на раз, по-моему, не установлен. А как это он мне предлагает идти на свидание? Ты! Маленький сорванец. Это что такое? Ой, посмотрите, батя стал старше робота. Это как? Обалдеть. Вроде был робот старше. И куда мы побегли?
А, ну да, там прохода нет, значит, проход здесь. А тут можно ловить рыбу? Хотя, в принципе, да, можно. Может быть, доступ, в принципе, есть. Ну что ж. Господи, он так с ранцем бегает. Ну что ж, наш батя уже вырос, у него морщинки пыль. Ха-ха-ха, вот и все. Вот и все. Ничего, ничего. Блин. А, вот. У нас сейчас серия заканчивается. Ну давайте сейчас хотя бы встретимся с потомками. Ладно, так уж и быть. Ладно, не будем шоу запланировать. Тогда закончим серию, потому как время заканчивается. Ну хотя, в принципе, 5 минут. Ой, нет, все-таки он сделал это. Так, и... Пум-пум-пум. И где она? Я жду, стою, жду ее. Ладно, пусть мальчик поедет домой, так уж и быть. Что? Играть в одиночестве? У тебя это откуда? Ты мне просто объясни. Так, мама развлекается. Я просто смотрю у нее. Ага, вон она бежит. Отлично. Отлично. Просто супер. Давайте мы ее поприветствуем. Наконец-то выполняем это задание. Так, приветствовать. Да, все правильно, все правильно. Именно это. Нет, друзьям своей крутости мы не будем рассказывать. Потому как мы с ней тогда в бассейне разговаривали, а так больше у нас не получилось. Но я говорю, у нас мама коммуникабельная, поэтому она уже больше со всеми разговаривает. А у Грегора, конечно, проблема. Надо с ним что-нибудь сделать. А то он будет вот так вот ходить. Ворон считать. Ну, пошли. У нас такая минута молчания, прям, я не знаю. Не выпендривайся. Пойдем. Правильно, ты еще долети до нее. Ой, господи, поражаюсь вам. Кстати, да. А, не-не-не-не-не-не. А, это она сейчас к нему придет. Вот так вот. Стояли, ждали, вот она сама взяла и пришла к нам. Ну, здорово. Это уже хорошо. Давайте тогда сразу познакомимся, и тут будет функция поприветствовать потомка. Давай, давай, Грегор, давай быстрее. Ну что ж ты как это? Отлично. И у нас есть функция обняться давно. Ага, бережливая, технофоб, сплетница. Здорово. Встреча на Эльбе. Ну, это случилось? Господи, что нам еще нужно сделать? В ходе исследования этой временной ветви удалось выяснить, что до воскресенья. Опаньки. У нас только-только времени. Мне удалось выяснить, что некоторые из ваших потомков сыграли выдающуюся роль в тю-тю-тю-тю-тю. Может, это совпадение та-та-та-та-та, встреча с потомками, вдруг они окажутся выдающимися личностями. Чё, прям со всеми, что ли? Или... Кажись, я не опять задание запорола. Поговорить о компьютерах. А, хотя, может быть, нам просто нужно узнать... Что-что? Я могу тебя стереть? Боже, какой ужас. Я теперь даже не знаю, если у нас этого задания не выполнилось, что же... Похвастаться навыками полета? Ну, попробуй. Поговорить об истории семьи. Ну, давайте вот так. Сейчас все быстренько сделаем. Поприветствовать потомка. Нет, ну тут-то получается одного приветствовать. Ну, конечно. Конечно, ты же зануда. Кто тебя будет слушать? А, мы тогда с ним на вечеринке пытались точно за это разговаривать. Но в итоге, конечно, ничего не получилось, потому как он же у нас супер-пупер просто. А может быть, поприветствовать потомка имеется в виду нового? Хотя в данном случае тоже она как новой была. Ну, нет, мастер контроля, правда, у меня есть. Чу-чу-чу. Чё я... А, извиниться. О, господи, у нас вечеринка была. Ой, ёшки-матрешки. Ой, подождите, ух ты, здорово. Ой. Дэмит. Сейчас я к тебе приду, не переживай. Нет, ну познакомиться, ну... Нет, сейчас уже поздно, наверное, она уже уйдет тогда от нас. Ладно, Эммет, я иду к тебе.
Ну, Аня, как обычно, ладно, я сразу приношу свои извинения, что так получилось. Запамятовала, конечно, я. Оу. Оу, как мило. Как здорово. Просканировать цель? А как ты его просканируешь? Он же сидит. Пойти на пустошь. Чё ты там забил? Хотя, правда, можно получить навык спорт. Так подождите, получается, это действительно возможно? Давайте, правда. Все равно у нас роботу заняться нечем. Если есть такая возможность, давайте, правда, попробуем. Ух ты. Правда, есть упражняться. Давайте попробуем. Такс, мама чем... Слушайте, она тоже хочет, кстати... Ой, она еще хочет стать с ним хорошими друзьями. Ёшки-матрёшки. Да у меня тут прям... Я тут бегаю... Мне серию заканчивать нужно. А я тут бегаю туда-сюда. Тогда ладно, давай поговорим тогда с ней. Она может отрегулировать микросхему? Да ладно. Вот это вот тоже... Это очень даже необычно. А, вот, вручить подарок. Все, наконец-то привычно стал свое русло, как я помню, да, они дарили подарки. Ну, конечно, да. Все возрасты, это себе знать. Похвалиться, воркать над детьми. Давай пообещаем ему что-то и дадим обещание. А, ну, все. Отлично. Вы можете поговорить, можно даже какой-нибудь заговор устроить, на. Вот такая вот у нас семейная обстановка. Господи, ну как это мило. Подожди, это у меня было, да? Да. Опять. Аня повторяется. Критиковать, болтать. Как здорово. Так, все, да? Сестра, смотрите, у них хорошие отношения. Господи, я сама не заметила даже этого. Отлично, отлично. Желаний никаких у них новых нету, да? Батя там, наверное, уже заколебался. В принципе, можно с ней сейчас сюда попрощаться, да? А, нет, все, нельзя. Ну ладно, если ты тут будешь, я еще вернусь. Ну что ж, я думаю, сейчас тогда давайте на этом закончим серию. С вами был, как всегда, снова Миссина Чарли. До скорых встреч, дорогие друзья. Пока-пока.